Стены пресс-центра издательского дома «Ульяновская правда» буквально расцвели яркими красками. Виной тому открывшаяся экспозиция художников родного края и соседних областей. 61 полотно, среди которых портреты, пейзажи и натюрморты. Все они повествуют о красоте поволжской природы. Выставка эта непростая. Она входит в масштабный культурный проект «Киселевские зори, сохраняя культурное наследие». Проект уникален тем, что мы в нашей области открываем новые имена. Почти каждый год мы проводим пленэр в каком-то новом районе нашей области и открываем новое имя художника, родившегося и прославившего своими творениями наш край. На этот раз взору посетителей предстал художник с непростой судьбой. Виктор Пятницкий – уроженец Сенгилей, репрессированный и буквально растерзанный во времена сталинских репрессий. Мастер русской реалистической школы живописи оставил необычайно пронзительный и живой автопортрет. Конечно же, на выставке представлена компьютерная копия, но это не скрадывает образовательной и культурной ценности материала. Вот сегодняшняя выставка, я бы даже сказал, что из тех выставок, которые были до того, это, по-моему, самая лучшая. Познакомиться с полотнами великих и начинающих живописцев можно до 18 ноября в пресс-центре на Пушкинской, 11. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.